Друзья, всем привет! Белый Land Cruiser 200 2008 года. Мы комплект рестайлинга уже установили, но этот автомобиль особо мы не показывали, просто не было времени. Теперь смотрите, что из интересного. Решетка радиатора черная, это уже наша работа, мы его покрасили. Зеркала были белые. В подарок сделали маленький ништячок, покрасили черный глянец. Что еще здесь из интересного? А интересное здесь, вот, смотрите, комплект салона, из чего состоит. Это все новое, то есть, видите, это мы просто положили, чтобы это выглядело для вас более понятно. Кожаные накладки, это на центральную консоль сбоку. Это у нас кнопка стоп-старт, тоже все мягенькая кожа. Это наше головное устройство, воздуховоды. Смотрите, как коробка, накладка на КПП поменяет салон. В общем, это салон от рестайлингового автомобиля. Смотрите, как он сейчас выглядит. Руль старого образца. А это у нас руль новенький. В общем, сейчас мы это все дело устанавливаем. К вечеру автомобиль должен быть у нас готов. Ну а по всяким мелочам, которые в процессе установки происходят, мы вам сейчас снимем отдельный видос и все расскажем.